И еще о победах. Спортсменка из Новосибирска поднялась на подиум этапа Кубка мира по сноуборду в дисциплине Border Cross. Это первая подобная награда в России за 13 лет. 20-летняя Мария Васильцова заняла третье место, уступив француженке и американке. Но и эту бронзу называют прорывом, ведь это первая награда российской женской сборной на Кубке мира в сноуборд-кроссе, завоеванная после 2002 года. Кстати, в мужском сноуборд-кроссе бронзу взял житель Красноярска Николай Алюнин.